Есть понятие «быть здесь и сейчас». В повседневной жизни нам это редко удается. Однако на занятиях Dance Ability в течение нескольких часов нам это удалось. Вначале не был уверен в посещении метода инклюзивного танца Dance Ability, но после участия на уроках я многому научился, и это изменило мою жизнь. Раньше у меня были комплексы в отношении танцев. А теперь мне хочется заниматься танцами. После окончания школы, если у меня будет машина, то я смогу сам приезжать на занятия по танцам. Я уважаю свою учительницу и очень хотел бы дружить с ней. Я полюбил свою учительницу. После окончания школы хотел бы продолжить занятия инклюзивного танца. Если я получу согласие родителей, то хотел бы продолжить заниматься танцами. На самом деле, я думаю, что методика инклюзивного танца учит людей сопереживанию друг другу. На занятиях у нас было много упражнений. Одно из них называлось «Семейное», где мы узнали о том, что все люди связаны между собой. Dance Ability — это потрясающий проект, и я хотела бы, чтобы он продолжался. На занятиях мы чувствовали, что мы дышим, мы живем. Это было чудесно. Цель организации Dance Ability – объединить разделение в обществе во всем мире.